центр города, Покровск, Донецкая область. На четвертом этаже люди, людей спасать треба. Мужики! Людей, люди горят. Там пенсионный за ними, там тоже. Зайди на наш... А, ты не хочешь? Сейчас пойду на нашу сторону. Пенсионный фонд все повылетал. Как раз только оттуда успели людей разогнать. Второй прилет, гостиница «Дружба». Понимание по жертвам пока мест нету. Сколько?